Одесская областная клиническая больница и городская детская больница получили новое оборудование на 10 миллионов гривен. Инициатором закупки нового оснащения для хирургического отделения стал народный депутат Украины Артем Дмитрук. Особое внимание уделили аппаратуре для отделения интенсивной терапии. Вчера оборудование 10-летней давности помогало спасать жизни, а сегодня такое обновление поможет врачам качественнее справляться с задачами разной сложности. Для меня является приоритетной задачей помощь всем медицинским учреждениям в Одессе. В ручном режиме привозили огромное количество масок, антисептиков, халатов, средств защиты во многие больницы в нашем городе, в том числе и в эту. Поэтому именно сейчас по требованию главврачей было куплено то оборудование, которое им было необходимо. Березень – это месяц обізнаності на колоректальний рак. Уже с начала року мы работаем на этом апараті, виконуємо дослідження колоноскопії, виявляємо ранні форми рака, що дозволяє нам допомагати людям, і хворі виздоравлюють, одужують набагато легше і швидше. По словам медиков, до появления оборудования в больнице не могли проводить некоторые виды операций на органах брюшной полости, общехирургические и гинекологические. Но сегодня ситуация изменилась. Современное оборудование с цифровой видеокамерой, с цифровой видеосистемой, которая позволяет выполнять малоинвазивные операции через очень небольшие отверстия диаметром 5 и меньше миллиметров. В дальнейшем медицинское оборудование планируют обновить и в других больницах города. Теперь тысячи пациентов, которых обслуживает это учреждение, смогут получить более качественные медицинские услуги.